Что случается, когда маневр не удается? Правильно, машину заносят. В реальной жизни все происходит по схожей схеме. Налоговый маневр правительству России не принес ожидаемых плюсов, зато минусов в избытке. Рост цен на топливо лишь один из побочных эффектов. Результатом может стать банкротство компаний, которые занимаются автозаправочным бизнесом. Но под удар попадают даже крупные нефтеперерабатывающие предприятия с многомиллиардными оборотами. Отражается на всех категорий людей. Вот в чем дело. Это, ну, все равно нехорошо. Надо тормозить все это. Что же происходит, как мы завернули на этот опасный путь? Изначально логика так называемого большого налогового маневра была в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых напротив адекватно поднять. Подразумевалось, что для отечественных нефтяных компаний это станет стимулом заняться модернизацией своих НПЗ, с учетом того, что акцизы на нефтепродукты будут постепенно снижаться. В итоге все получилось с точностью да наоборот. В результате такого маневра цена нефти на внутреннем рынке резко повысилась, что для всей нефтеперерабатывающей отрасли в России стало болезненным ударом. Если нефтяные компании еще могли частично компенсировать эти непродуманные решения ростом экспорта нефти, для НПЗ, работающих на покупном сырье, положение дел стало совсем критическим. Фактически их поставили на грань выживания. В таком сложном положении сейчас находится компания «Тайф-НК», которая мало того, что вынуждена покупать нефть по завышенной цене, так еще сырье это более низкого качества, чем у других российских нефтепереработчиков. Соответственно, татарстанская компания несет дополнительные затраты и принимает на себя дополнительные убытки. Непомерные расходы могут составить 11 миллиардов рублей. Огромная сумма, доложил на годовом общем собрании акционеров генеральный директор УАО «Таиф» Альберт Шагабудинов. Но есть и другие неважные новости. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий уже с 1 августа этого года введение экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Данное изменение полностью лишает заинтересованных нефтепереработчиков повышения глубины переработки нефтегазового сырья и получения максимального количества светлых нефтепродуктов. В нашем случае принятие такого решения приведет к неминуемому банкротству и ликвидации ТАИФ-НК, поскольку нефтеперерабатывающий комплекс должен понести непомерные дополнительные расходы за 5 месяцев в сумме более 11 миллиардов рублей. Те вещи, которые сегодня происходят, они не учитывают всех интересов. В данном случае, возможно, нефтяная отрасль и нефтепереработка, где вместе это как-то балансируется, но компании, которые будут работать на покупной нефти, они на самом деле могут обанкротиться. Понятное дело, в правительстве России знают об этих неблагоприятных прогнозах и там предлагают сгладить ценовые колебания за счет так называемого возвратного акциза на нефть. Суть его в том, что при росте цены на нефть выше определенного уровня нефтяникам возвращают часть уплаченного акциза на нефтепродукты. Идея вроде бы понятна, но в ТАИФе обращает внимание на другой аспект проблемы. Так называемый возвратный или обратный акциз на нефть не учитывает ее качество. Поэтому предложение от группы компаний ТАИФ ввести поправочный коэффициент для возвратного акциза на нефть, учитывающий ее низкое качество по сравнению с маркой «Юралс». И второе предложение о внесении в закон о таможенном тарифе экспортной пошлины в размере до 90% только на автомобильный бензин. Переработка российским НПЗ нефти разного качества по одинаковой цене является главным препятствием для создания равных конкурентных рыночных условий для существования и развития нефтепереработки. Надо, конечно, действовать на опережение. Поэтому все материалы, которые сегодня есть, их надо взять, нам надо очень серьезно работать по Москве. Я готов тоже подключиться к поручению министра экономики, министра финансов, министра промышленности. Мы все поручения дадим, будем работать. С учетом всех этих реалий, задача для группы ТАИФ сейчас как никогда сложна. Нужно не только сохранить действующие позиции на рынке, а существенно нарастить объемы производства, увеличить его эффективность. Уже сейчас на долю предприятий группы ТАИФ, как отметил президент Татарстана Рустам Миниханов, приходится 20% всего объема промышленного производства в республике. В планах ТАИФ двигаться дальше вперед в соответствии со своей стратегией развития до 2030 года, которая подразумевает инвестиции на уровне более 2 триллионов рублей.
Направления и перспективы развития ТАИФ-НК в этой стратегии также четко обозначены. Это направление на увеличение доли выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов. И мы видим даже на этом графике, что компания движется намеченным курсом довольно успешно. Спуском комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, который не за горами, ТАИФ-НК закрепит за собой статус одного из лидеров в отечественной нефтепереработке. Нефтехимия же ставка на амбициозные проекты ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» и ПАО «Казань-Оргсинтез», входящие в группу компаний ТАИФ. Уже сегодня на их долю приходится 70% всех производимых в России каучуков, 42% пластиков и такая же доля по этилену. Причем важно отметить, что по основным позициям предприятия группы ТАИФ растут быстрее российских конкурентов. Впрочем, задача работать на опережение никто не отменял. Для Нижнекамск-Нефтехима базой для этого станет строящийся новый олефиновый комплекс мощностью первой очереди 600 тысяч тонн этилена в год. Недавно подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о финансировании этого масштабного проекта знаменует новый этап в истории компании. Если взять вот Питерский форум, кроме вот этого крупного кредита, который синдицирован Deutsche Банком для проекта «Этилен», там таких событий нет. Это же в условиях санкций, значит, Евросоюза к России, значит, вот такой крупный кредит. Ну и ваша работа в части модернизации энергетики, ваша работа в части работы по каучуковым направлениям, по полимерным направлениям. Конечно, у нас есть мечта газовый завод построить. «Казань-Оргсинтез» продолжит курс в направлении модернизации действующих производств, а в более отдаленной перспективе строительство нового комплекса нефтехимических производств на базе переработки газового сырья. Про каждый проект в группе ТАИФ можно сказать высокорентабельный, с отличной перспективой. Это уже правило, норма для компании, цель которой – постоянный рост собственной капитализации. Сейчас идет реализация крупномасштабных проектов, о котором сейчас вам Руслан Магомедович говорил. Да, они должны существенно повысить капитализацию компании, которая является тоже доходом для нашей компании. Поэтому, а там доходность ожидается более 25-30%. Мы ни один за проект не беремся, где меньше доходность 25-30%. Поэтому я считаю, что это задел на будущее. Примеры таких амбициозных проектов есть не только в нефтехимии и нефтепереработке, но и в энергетике. Для ТАИФ это направление относительно более новое, но темпы развития энергетической компании ТГК-16 говорят сами за себя. Год 2017 стал знаковым и для нее. На Казанской ТЭЦ-3, которая недавно отметила свое 50-летие, была введена в эксплуатацию одна из самых мощных и эффективных газотурбинных установок в мире, электрической мощностью 405 мегаватт. Все эти масштабные реализованные проекты позволяют группе ТАИФ направлять огромные средства на социальные программы, благотворительность и поддержку спорта. В целом на эти цели на развитие страны ТАИФ в минувшем году выделил около 167 миллиардов рублей. Сегодня в группу компаний ТАИФ входят 47 различных предприятий. В них трудится 41 тысяча работников, и все они получают достойную зарплату. Средний размер которой по всей группе составил в 2017 году 48 тысяч рублей. Сегодня группа компаний ТАИФ – это одна из наших ведущих групп. И отдельные слова благодарности за ту поддержку, которую вы оказываете в части обеспечения наших селян топливом, за те проекты, которые реализованы на наших исторических культурных объектах, программа социальной ипотеки, ну и ваша большая программа, когда вы своих работников обеспечиваете жильем, плюс достойные заработные платы. На состоявшемся после собрания акционеров заседании нового совета директоров по предложению Рустама Миниханова председателем совета директоров вновь избран первый заместитель генерального директора УАО «ТАИФ» Рустем Сультеев. Подтверждены полномочия генерального директора УАО «ТАИФ» Альберта Шигабуддинова. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней.